Амиру 2,5 года. Малыш ведет активный образ жизни. Постоянно веселится, бегает и радуется мелочам жизни. Трудно поверить, но с момента рождения он 9 раз проходил химиотерапию и пережил 3 операции. 2 на печени и 1 на легкие. Почти 2 года назад у Амира выявили онкологию. И несмотря на многочисленные операции, говорить о полной безопасности его здоровья пока не приходится. Как говорит отец семейства, родители живут словно на пороховой бочке. Благодаря вот таким людям, вот Амирчик вот сегодня радуется, улыбается, папу за уши держит. Да, Амирчик, помаси, дядя, помаси, помаси. Подарить Амиру и другим малышам веселый Новый год удалось благодаря акции «Эстафета ради жизни». Праздник для детей, больных онкологическими и орфанными заболеваниями, прошел в батутном центре Черкесска. Благодаря всем филантропам Карачаева-Черкесии организаторы смогли собрать средства на организацию яркого выходного и подарки для всех ребят. У нас есть в республике определенное количество детей. Мы их обзвонили, пригласили сегодня вместе с родителями сюда. К сожалению, не у всех получилось приехать, но вот все, кто приехали, сегодня здесь. В течение дня ребят развлекали сказочные персонажи Микки и Минни Маус. Вместе они танцевали и проходили различные испытания. Аниматоры проверяли детвору на ловкость, внимательность и даже помогали им построить дом из карандашей. Детский смех и восторг не смолкал ни на минуту на протяжении всего праздника. Мне нравится Микки и Маус, с ними танцевать. Мне нравится на потуже, где там... Там, где горки, где-то здесь мне нравится. Мне здесь все понравилось, батут и горки, все супер. И Микки Маус. Также всех детей и их родителей ждали вкусные угощения. Для них был организован кэнди-бар с кексами, тортами, фруктами, шоколадным фондю. Организаторы сделали все возможное, чтобы подарить праздничное настроение всем ребятам. И судя по эмоциям малышей, им это удалось. Это не последняя подобная акция. Эстафета ради жизни, как и бег ради жизни, развивает добровольчество в регионе и объединяет молодежные организации республики для помощи детям, больных раком и орфанными заболеваниями. В планах открыть региональное отделение именно для помощи таких детей. Ислам Джукаев, Далиль Мирза, Архыз 24.